Так, тестируем турборез модель Т4. Что тут принципиально? То, чтобы рез от веса был изначально, да, ровный, чтобы, ну, не было загибов никаких. Так, поначалу придется там привыкать. Так, в одном положении может входить он. Вот, оп. Ну, это быстро привыкните. Вот такой вот вес. Все. Так, теперь отвес Z-образный. Оп. Вот такой вес получается. Так, теперь трубу. Стальную 25-ю. Соответственно, она тоже загибается. Ну, там с другой стороны есть вот эти конусы. Ну, а это вот Т3, кстати. Конусом выправляем, и все.